Международный яхтенный фестиваль «Черное море» пройдет вдоль российской части Черноморского побережья по маршруту Сочи, Севастополь, Балаклава, Ялта, Феодосия, Новороссийск и вернется в Сочи 20 июля. В этом году фестиваль «Регата» будет посвящен 70-летию освобождения Крыма и Севастополя. Фестиваль «Черное море» проводится второй год подряд. Ожидается, что в этом году в нем примут участие не менее 10 яхт. Таким образом, организаторы намерены очередной раз продемонстрировать возможности яхтенного туризма. В рамках мероприятия планируется проведение деловых встреч, на которых будут затронуты вопросы популяризации дальних спортивных плаваний и крейсерского спорта на Черноморском побережье России.